Всем привет! Видео увидите там, наверное, сперва по покосу. Косили на поле на Соколовском. Т-25. Игорек, вот он, вот просто у меня слов нету. Профессионал. То есть не зря отучился 3 года в Махнище. То есть права высшей категории. Механизатор широкого профиля. Ну вот, едет он сзади меня и смотрит у меня, говорит, что-то у тебя колесо одно болтается. Приехали, а оказывается, там подшипник, наверное, развалился в ступице. Вот сейчас мой профессионал займется быстрым и качественным ремонтом. Ну вот сейчас. Неделя минимум. Неделя, да? Гайки только раскрутить. Только гайки. Ага. Вот мне всегда вот было приятно работать с профессионалами. Да, да, да. Вот я говорю, тут просто все. Все как положено. Пойди вывешу его. Зачем? Крути. Просто видишь, как пень криво стоит. Ну иди подними его, я переставлю нормально. Ты ж поставить его нормально не можешь. Гайки никто не поможет. Ладно, сейчас покажем, что у нас там произошло и как это все будет происходить. Давай. Попробуй, Игорь. Тебя вперед падает. Вот теперь можно. На скорости оставь. А, что тебе подсказывать, да? Тут профессионалам не подсказываю. Да. Не отвлекаются, любя. Да, Игорек? Вот за что ты мне нравишься? За честность. Еще, еще, ослабляй, ослабляй. Стоп. Теперь бери молоток. И попробуй по ней. Да, снутри. Ну что? Тронулась. Гайку откручу. Ну все, откручиваю полностью и чуть ударищу. Может, мы даже те гайки-то зря? Давай.
Вот и хер тебе. Ну, я же тебе говорил, ну, шестер. Вдвоем надо. Скажу. Давай. Дай пожить. О. Ну все, что, эти два подшипника меняем, хотя они целые, блин. Чего она тогда? Его еще снять отсюда надо. Ну так, продолжая разговор, значит, что у нас произошло? Заметили, что люфт, стали смотреть, подтянули эту гайку до конца, люфт практически не убрался. Так как у нас начало сезона, мне не хочется оставлять это все дело в таком виде. И вот съездил, я купил. Ну, герметик, это мне ход прокладку вырубать, посмотрим, что будет. Ну, я знаю, что неправильно, но... Так, купил два сальника по 50 рублей. Подшипник, это внутренний, 680, что ли. Наружный... 880, значит, наружный 75-12, по-моему, 75-12, да, а внутренний 62, что-то такое, 0,9, или... не помню, сейчас, значит, 76-08. Сейчас мы их будем поменяем и посмотрим, что у нас получится. Давай крышку, сальники. Сейчас захреначил. Подожди. Короче, все перебили, подшипники смазали. Вставляй, Игорь. Видишь, попал ты по нему? Вот, чуть-чуть туда. Вот так? Да. Все. Пускай, отпускай. Ага, отпускай. Так. Вроде бы все собрали. Сейчас. Мне неудобно, Игорь, один сейчас мастер-класс закажет. Если он еще увешен, ну, давай, подкатим, да будет видно, блядь. Начинает плакать нам. Ага, еще троем подымать колесо на. Все, иди. Иди пробуй по этот. Да. Чуть-чуть. Навеской, да. Игрик все-таки у нас. Смог, бля. Смог, бля. Один, правда, с помощником. Один, говорю, попробуй здесь помощник. Мы с Мишей прям поднимали руками и накидывали. Ага. Я тебе показываю, как одному поставить, а не как мы с, вы с Мишей. Два этих, блядь. Ай-яй-яй, я распиздяй. Да? Нет? Ну а что ж ты с первого раза не можешь сделать? Суетишься, как этот, ну, в разные стороны, да? Как это? Ты потом, блядь, или как это называется? Ну, вроде бы закончили. Ремонт сейчас проедется, посмотрим. Люфтило сильно, вот сейчас проверим, остался люфт или нет. Нет, все нормально, кривое колесо, а так все нормально.